Так, следующая миссия. Идут слухи, что братья Молотовы, торговцы оружием, которые поставляют вооружение нашим товарищам в чужих краях, спели с союзничками. Эти подозрения наверняка не имеют под собой оснований, но у братьев Молотовых есть доступ к секретной информации, а мы должны выяснить правду. Отправьте шпиона на базу и установите слежку за братьями. Если они на самом деле связались с союзниками, вернитесь к своему месту высадки, вызовите подкрепление и разберитесь с предателями, как у нас принято. Убейте их. То есть там уже даже варианты не дают, типа, да? Так, поехали, поехали. Мимо песиков надо прогуляться. Тут это на самом деле так-то и просто. Потому что барбосы довольно опасные ребята. Так, посидим тут, подождем. Сколько ж тут денег? Мое почтение. Вы с песиками давайте, проходите туда, направо. И? Я не хочу выходить, мне тут хорошо, тут закоулок не просто так сделан. Ладно, выйдем. Если бы тюни-то еще не тупили когда-то им... О-о-о, приказываешь. Ну отстань, барбос. Вот так и знал, что сейчас только выйду, сразу он пойдет грызть меня. Так и знал. Ну ладно, миссия непростая. Не лезь, оно тебя сожрет. Ладно, теперь знаем, что у нас, в принципе, достаточно времени, чтобы пройти за барбосом. А может и нет. Сейчас попробуем. Тут надо, понимаете, типа эту миссию с кучей рестартов изучать. Потому что ты однозначно точно не знаешь. Как себя поведет противник, как он будет юнитов слать, как тут патрули работают. Никогда не узнаешь. Теперь мы знаем, что тут куча времени у нас есть, чтобы пройти мимо. Это, кстати, ресурсы вроде как даже для нашей базы будут, когда мы ее построим. Ну, очень на топ похоже. Скорее всего, сюда мы вот выйдем, да, все тут разбомбим, сюда приедем, тут базу сделаем. Так. Я в Геншине сумел найти формы и наделать мечи. Круто! А я вот с ивента как раз-таки себе форму лука сделал. Теперь у меня ганью бьет довольно больно. Она и так до этого больно била, но сейчас еще сильнее. Прям по 10к в лицо дает. Без особых крутых артефактов. Так. Песики есть? Этот патруль там гуляет. Ага, танки. Ничего опасного. Так, они пошли. Я, пожалуй, сюда зайду в закоулок. Я подожду. Сюда он пройти не может. Я подожду, я лучше в закоулке посижу. Мне нормально. Мне вполне себе хорошо. Пока враг тут бегает со своими пёселями на прогулке. Они чисто гуляют. Они сюда идут? Только не говорите, что они идут сюда. Я... прыгай в море! Прыгай, прыгай в воду, прыгай, плыви отсюда! В третьей части ты же плавать умеешь. А, фух, нормально. Ё-моё, я уже подумал, что все, жесть. Получается, они туда не заходят наверх. Все, я ж не знал этого. Теперь знаем. А ведь мы могли засолить заготовки оружия на вооружение из Инадзумы. Да пофиг. Когда откроется Инадзума, там же будет, получается, еще одна гильдия. Еще один торговец, там можно будет себе, получается, купить еще одну форму. Ну, то будет не скоро. В июле где-то. Так. Нам сюда? Парни, подскажите, где тут у вас братья Молотовы тусуются? А то я не местный. Припёсель! О! Ни хрена себе у него нюх! Спа, я просто от него в боре, ничего интересного. Он там тусуется, песель, а как мне туда пройти? Я что-то не смогу пройти. Он сразу, видите, он сразу триггерится на меня. Сразу бежит за мной. Типа я подхожу, у него зона здесь действия. То есть он здесь видит, врагов сразу бежит. Блин, тогда я даже не знаю. Значит, надо опять как-то... Даже не знаю, что делать. Слушайте, значит, надо куда-то сюда идти. Тут мы, очевидно, не пройдем. А жаль. Так, они сюда идут, тут гуляют. Барбос здесь у нас под кустиком свое дело делает. Очень хорошо. В другую сторону перейдет, ну да. Потому что если бы можно было здесь как-то вот аккуратненько по над деревом пройти, было бы классно. А так, видите, он тебя только тут видит, сразу бежит. Жрать твои... Эй, в смысле?
unit lost. At once. Agreed. Так, Тесла всякая тут интересная Agreed. Стоит. Тут, надеюсь, псов нет. Agreed. At once. Нам сюда? Agreed. Reporting. Брат, иди сюда, охрана сообщает, что недавно мимо пролетел самолет. Agreed. Acknowledged. Affirmative. Ага. Есть новости от наших клиентов. Reporting. Very well. Very well. Они начинают ходить слишком многого. Они хотят больше информации. Возможно, ты прав. Давай обсудим это в другом месте. Пошли. Угу. Именно туда прощемиться, да? Well. Ага, псы Agreed. Начинают патрулировать здесь, да? Very well. At once. Affirmative. Ага. Affirmative. 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 At once. И мы заходим подслушивать сюда, да? Правильно делаю? Building infiltrated. Итак, Юрий, нужно больше информации о перемещении войск? Да, они нервничают из-за скопления войск у восточных границ. Скажи генералу Ставросу, что... Эй, кто это? Это одни из наших... Сигнал подкрепления отправьте. Как же он бежит? Взрывайся! Есть! Обжоги, это как говорится, ожоги тяжелой степени. Ноги не чувствую, но все еще бегу. Беги, ротники, там сейчас пес прибежит. Еще собаки yes, идут. Беги! Yes, sir. Very well. Беги! Нет, он помер! Да за что? Дэниел идет, ты убил собак. Классное подкрепление приехало. МССР-шку надо срочно влево куда-то увезти. И вот это подкрепа приехала, вы видели? Приехали, сразу же ракета бы жарила. Классное подкрепление было, топовое. Слушай, у нас в командовании идиоты сидят, как я погляжу. Просто жесть какая-то. Высадили и сразу слили. Капец, вот эта миссия. Она даже больше уровная, если честно, чем сложная. И что она типа смешная. Все, делаем базу. Трындец. Блин, Тесла не работает на живую силу врага, что? Как так? Фу, ладно, живем. Оказывается, Барбара сестра Джин. Ой, да господи, Макс, это все знали. И у нас сейчас вроде как Red Alert, а не Genshin Impact. Давайте немножко Red Alert пообсуждаем. А? Как им озвучка этих парней? Кайф. Кстати, все, кто к нам сейчас на стрим подходит и присоединяется, всем привет, я вижу вас на счетчике, но почему-то в чате пока что вас не вижу. Напишите в чатике слова приветствия хотя бы. Че вы молчаны такие, а? Косплейте Квайт из МГС 5. Так вот не надо так. Так, надо базу им снести или что? Миссия какая? Убейте братьев Молотовых. Сделаем. А Риббентроп есть? Ну, чтобы так было непросто, да? Молчанам здорово, всем остальным соболезную. Кристаллики! Так, давай энерго. Ой, энерго, давай купол. Я хочу видеть, что вокруг меня происходит. Меня начинает сильно бесить, когда я не вижу, что вокруг меня происходит. У меня, так сказать, развивается топографический критизм. С очень высокой скоростью. Мне очень надо видеть, что вокруг меня. Так. Хорошо. Пока сидим, пердим. Привет, доцент. Yes, sir. Опа. Yes, sir. Affirmative. Давненько тебя не видел у нас на стримах. Affirmative. Construction complete. Так. Ты, вот и место под застройку. Хреновая, yes, хреновая. Так, военный завод сюда, быстро. А у нас энергии не хватит. Не, хватит. Ровно, тютелька в тютельку, так сказать. Так, ну и тут база, конечно, такая. Не, ну на самом деле карта небольшая. Здесь сложность была именно шпионом пройти. Вот это была сложность. В основном. Okay. Типа сейчас базу им разнести вообще не проблема. Тут у нас дофига ресов, тут дофига ресов. Типа соберем, не проблема. Так, ты куда пошел, дурак? Давай сюда. А что говорит-то, раз очень интересно? Ну, не знаю. Например, как у вас погода? Давай такой классический тупой вопрос зададим.
Вы-то у меня спрашивали, как у меня погода? Я вам ответил, а вы что не говорите? Как у вас погода, а? У вас там конспирация или что? Опа, понеслась моча по трубам. Давай сюда ракету. Так, будем делать елочку? Надо бы, наверное. Хотя бы одну по центру сюда поставить, чтобы она и вправо, и влево доставала. У нас погода как у вас, только полегче. То есть тоже дожди? Так, а если тут еще кристаллы? Очень вряд ли. Да, нету. Ладно, пофиг. Нам надо сейчас еще один сборщик руды. Смотришь стрим? Опа, есть. Давай-ка, может быть, немножко пройдемся вверх. Там, я помню, заднего прохода можно аккуратненько подпушить их базу. Там танк один вроде тяжелый стоит. И... вроде все. А, и собака, боевая собака, которая грызла нашего спецагента. Поехали, разнесем это дело. А вот и она. Ну, не собака, вы поняли. Там, короче. Burn, baby, burn. Блин, как же кайфово работает. Блин, одного убили. Ну, приятно. Так, ну что, мужики, проходим. Смотрел тебя демо игры в стиле Вахи, Крафта и Года Дождя. Какого Крафта? Ты про ликвидейшн, что ли? О, а тут есть кристаллы, кстати. Да слушайте, почему не убивает Тесла солдат шок-трупер? Блин, почему шок-трупер не убивает пехотинца с одной тычки? Почему? Это что такое? Ты что делаешь? Почему это так не работает? Он же должен убивать солдата, как Тесла. Ох, капец, тут у вас десантура приехала. А, и шпионы? Прикольно вы придумали. А у меня казарм, кстати, нет даже. Класс. Ракета чисто спасла. Ладно. Хорошо, живем. Хотя бы казармы давай заделаем. Даже дефаться нечем. Так, и тест теперь можно, думаю, делать. Есть энергии? Да, есть. Так, два сюда, два сюда. Все, вот так вот распределились. Я жду 100 километров к северу от вас. Не так, чтобы и далеко, кстати. Потому что у него батарейка не в ватах, а не киловаттах. Возможно, да, слабенькая батарейка. Надо было Дюраселлом пользоваться, так и знал. Давай. Хотел сказать, два танка, но у нас тут на один еле денег хватает. Что, делать еще получается? Как это называется? Обогатитель. Это до сих пор на патруле бегает. Он забыл, что скрипты и карты должны были поменяться. Ага. А у вас и легкие танки есть. Слушай, неприятно. И шок-труперы. У них, короче говоря, у них смешанная армия. Не очень приятно для меня это. Я бы сказал, даже это очень неприятно. Это типа... противная армия для меня. Противная, такая нехорошая. Давай вы разгружайся, мне срочно Тесла нужна. Ну так они вышли, эти рядовые отсюда. Их сразу убивают, ну за что? Так, давай лучше шок-труперов. Ага, хорошо. Ну все, селочка уже повеселее. Ну ты будешь выгружаться или нет? Слушай, не мешай ему выгружать. Вот это, кстати, та проблема, которую до сих пор разработчики так и не исправили и вряд ли будут исправлять. То, что чертовы харвестеры, когда ты идешь дополнительный харвестер, не хотят выгружаться. Они типа, ну, ждут друг друга, или как это называется. Давай еще сюда огнеметную. Так. Два танка. Да, денег тут, конечно, много, но долго мы тут будем сидеть пердеть. У меня вчера утром был ливень и сильная гроза, сегодня солнышко. Классно. Погода решила, так сказать, отступить. А, стоит? Нет, давай аэродром. Аэродром всегда пригодится. Так, тут есть ресурсики, но там опасно нападать. Они культурно ждут, когда их уборочная подруга закончит. Да. Что это жирная подруга только. Мешает другому пройти. Конструкция закончена. Построить вообще нигде. О, есть.
А, у нас здесь даже разведки нет? Серьезно? Вкладка закрыта. Вот бред. Еще тяжелые. О, яки. Здорово. Не хотел я это строить, но, видимо, придется установку ПВО одну влепить сюда. Видимо, придется. Ну ладно, я не то чтобы сильно против. Тут у нас елочка, думаю, зарешает, еще эти пацаны. Есть. Еще у нас ракета В2. Нам никто не нужен, ракета В2 работает. Исправно. Класс. Так, 4 танка, думаю, помогут нам. Опа, они мои ресурсы воруют, ты смотри, какая наглость. Слышь, отдай ресурсы. Отдай сало. Сало, отдай. Отдай сало. Ой, тут уже и миги полетели. Так, все, минус у них харвестер, можно отъезжать. Блин, мои танки умирают. Вместо того, чтобы ехать домой, они едут на базу врага. Идиотасы. Так, техцентр сюда. Бам. Там все стали на 5. А, нет, десанта нет, удивительно. Сохранись. Да, я не думаю, что в этом сейчас есть смысл. Я не думаю, что у нас будут проблемы при прохождении этой миссии. Типа, и так нормально все. Вот то, что у них харвестеры начали ресурсы здесь забирать, это плохо. Они должны нам достаться. Но! Надо сюда две ракеты поставить. Так, техцентр. Ну, допустим, сюда. Получается, раз у нас тут техцентр, надо сюда еще одну елочку заделать. Вот сюда. Заделать ее. Ну или сюда, например. Будет в дефе сидеть. Так, отлично. О, пёси любила, отомстила за моего шпиона. Правильно, так и надо. Так, это можно продавать. Здесь у нас будет энергостанция. На базе врага техничка лучше пашет. Да, она прям отлично работает. В2 ракета работает у нас зато отлично. Прям великолепно работает, я бы сказал, безотказно. Но! Как же она работает, эта ракета. Казалось бы, обычная легкая ракета В2, которая довольно картонная, и ее сосить просто нефиг делать. Сколько же она урона дает врагам? Прям мое почтение. Классно. Сидишь, кайфуешь, так сказать. Да лучше сюда. Она все равно достанет. Хорошо. Блин, мимо. А ты-то что делаешь? А ну-ка же сюда. Вот тут можно, кстати, это огнеметной башни заделать. Так, надо харвестер, чтобы убили. Но! Блин, когда в движении техника, по ней меньше урона идет. Что, в принципе, логично. Она типа уворачивается. С другой стороны, это так бесит. Он же все ресурсы сейчас заберет, скотина такая. Вот сволочи. Так, ладно, что мы делаем? Нам надо еще, наверное, энергостанция одна для прикрытия, потом еще, возможно, сделаем одну ПВОшку. Ну, естественно, танки не помешают. Давай Теслу даже два сделаем. Денег у нас вроде здесь нормально, кстати, на удивление. Типа, месторождение нам богатенькое дали. Не идеально, но неплохо. ПВО. А куда они стреляли? Чё-то не вижу повреждений от яков этих. Они ж пехоту в основном разваливают. На. Так, ну вроде два комбайна хорошо работают. Враг, конечно, меня бесит тем, что он забирает мои ресы, но... В этом плане я не слишком переживаю, мне тут своих хватает пока что. И хватит еще надолго. Так, техцентр... А, подожди, у нас нет мамонтов? Я задел техцентр, у нас нет мамонтов, как? А главное, почему? Это странно. Вот ракеты пошли работать. Так. Ну, нормально, такая, знаете, релаксовая даже база. Я же говорю, этап с шпионом был в 500 раз сложнее. Типа, налево пойдешь, собаки сгрызут, направо пойдешь. Там вообще жесть какая-то происходит. Сейчас миссия релаксовая стала. Сиди себе спокойненько.
через возвышенность противников убиваешь. Сейчас комбайн врага приедет, мы его развалим. Вон, готовы его принимать, так сказать. Потока подъезжай. На. Все, у него хп уже мало. Все, минус комбайн. Клево. Сейчас ракету починим только. Так, сейчас еще тяжелых танков наделаем, и можно, в принципе, заезжать к ним на базу. У них вроде сейчас денег не должно быть. Хотя, блин, у них Теслы есть. А что мне делать, если у меня нет мамонтов? Только мамонт выстрел от Теслы выдержит. Даже два выстрела от Теслы. Печально. А Тесла солдаты есть? Есть. Надо тогда мобильных пехотинцев делать. Они, конечно, Теслу не переживут, но они могут много проблем врагам сделать. Государство не выделило вам мамонт, жена. Да вообще, товарищ Сталин обо мне не печется. Я тут хочу, видите ли, базу предателей убить. Мне говорят, нет. Мамонтов не будет у тебя. Странный это, товарищ Сталин. Ну как девушка, непостоянный. Тогда еще ПВшку здесь заделать. Или здесь вообще. А то эти наплывы самолетов меня напрягают. Тут, короче говоря, в этой миссии, вижу, у нас отняли очень много способностей. Все, минус самолетик. Вот и получай, зараза такая. Так. По 500, блин, они привозят. Так мало. Ладно, в принципе, можно попробовать им базу пронести. Нам надо сейчас сначала вот эту снести. Они вроде как перестали добывать ресурсы, что немаловажно для нас. Да вы что, охренели? У вас еще самолет есть? Откуда у вас деньги? Офигеть. Так куда ты поехал? Стой, назад, не туда. О, а, это пулемет и вертолет, это говно. Это херня полная. Это херня. Это даже не проблема. Так, стоимся сюда. Начинаем их выпиливать потихоньку. Блин, Тесла! Вроде миссия несложная, но... больно делает. Давайте работать, чего вы не стреляете? Или типа эту базу нельзя уничтожать? Вот, все, можно. Все прекрасно, я бы даже так сказал. Так, теперь надо сюда аккуратненько Теслу снести. Ракеты это сделают. Так. Блин, эти парни так долго строятся. Они просто все ресурсы сжирают. А, нет, танку не добьет. Ладно, сидите тогда в депе. Так, подъезжаем, подъезжаем. Поехали, аккуратненько. Да не туда вы стреляете. Ну, сюда уже лучше. Так, прикрывайте. Ага. Тихо, не подъезжай так близко, ты что, сдурел? Жить надоело? Так. Аккуратненько. Только так мы эту миссию сможем пройти нормально, безболезненно. Все, хорошо. Можем попробовать подъехать. Там, конечно, еще вроде как Тесла есть. Ага, там пушка. Там пушка. И там генератор помех еще. Откуда он взялся? Его же там не было. Его же там вроде не было. Или был? Ё-моё! Ёкарный бабай! Пацаны, сюда. Срочно сюда. Я даже и не подумал, что у них есть, оказывается, авиация. Морские юниты. Честно, я даже и подумать не мог. Ёпкарный бабай, откуда? Все, они пошли все продавать, отлично. Вот это проблема для нас сейчас будет. Вот это будет сейчас проблема. Подлодки сюда, срочно. Срочно сюда подлодки. Энергостанции сюда давай. Какой Сайлос Ниды? Ты что, сдурел? Какие силосные станции? У нас тут... проблемы на проблемах. Так, вот должны достать. Нет? Ахтунг! Ганс бомбят со стороны кальмаров. Чисто я даже не ожидал, что у них будет верфи. Вообще не ожидал. Я думал, у них их нет. Серьезно, я думал, у них их нет.
Все нормально, там больше ничего нет. Ну, кроме генератора помех. Понял. Что-то значит все-таки есть. Артиллерия? Офигеть, кто так шмаляет? А, это братья с молотом. Ага. Да это он так шмаляет, это он так умеет. Так, фух, подлодка, отлично, есть. Подлодка есть. Все, поехали, попробуем с другой стороны заехать. Блин, миссия не такая же простая, как казалось, на первый взгляд. Я думал, она еще проще. Но нет. Так, ракеты сюда давай. Так, энергостанцию возвращаем. А, так у нас технологии остались. Так, нам бы что-то, чтобы развеять вот эту всю темноту. Привет, и новый Месси. Это же первая часть. Че, не видно по гра... Ну ладно, вот так. Первая часть. Первый Редалер. Вполне себе, как по мне, ожидаемо, что... Ну и очевидно, что это первое. Так, давай немножко проедемся. Исключая это миссии с дополнений Counter-Strike и Aftermath. В данном случае мы сейчас проходим миссии с советской компанией из Aftermath. Counter-Strike мы уже прошли миссии. Их там 4 штуки. Ой, 4, 8 штук всего было. Готово. Аккуратненько пытаемся все пройти, потому что очень сложная миссия. Ну, как сказать, сложная, она потная. В том плане, что... Это откуда? Да ё-моё! Вот из-за этого она потная, видите? Вот пришел негодяй какой-то к нам. Казармы снес. А я ему ничего даже возразить не могу. К сожалению. Где у вас долбанный верх? Че не так? Че не строится? Драйм казармы, мне нужна подводная лодка, срочно. Загружайся давай. Сволочь. Да, есть такое. Такая ностальгия, хоть в эту часть не играл. У меня прям дикая ностальгия, потому что я в основном в первую часть играл. Ну, то есть для меня первая часть самая любимая. И самая часто играемая и проходимая в свое время. Давай шмаляем туда. Our base is under attack. Хреново. Где моя подводная лодка? Ну будешь выгружаться сегодня или как? Пипец, мне подводная лодка вчера еще нужна была. Поехали, валить его. Так. Эту штуку надо уничтожать? Не знаю. Откуда у них генератор помех? Здесь же не было генератора помех. А, не, был. Действительно был. Блин, музыка такая сейчас играет, как будто бы я в Дюну играю. Что за трек? Вообще его не помню. Ground Wire? Вообще не помню этот трек, серьезно. Такое ощущение, будто Дюна. Все, отлично. Хронотанки! Слушай, это шутка какая-то? Откуда у вас тут столько? Давай против хронотанков сделаем наших... Стреляй давай! Блин, а у меня некого против... Ну ладно, давай танк сделаем. Тесто танки только сейчас придется делать. Мужики, поехали. Какая-то патовая ситуация. Не он меня не может убить, не я. Так, эту штуку надо убить или нет? Где там долбанная верфь? Так, вали чертовы хронотанки. Хорошо. Так, слушай, миссия казалось бы... Опа, это что такое? Казалось бы простая миссия, а немножко жопа поджигает. Что-то в этом есть. Разработчики прям постарались, когда эту миссию делали. Давай тут МСТшку снесем, чтобы они ничего не строили. На. Так, ремикс первого адского марша, это да. Офигенный ремикс. Один из моих любимых. Точнее, это не ремикс, это от Tiberian Sons, типа, версия. Откуда у них вот эта фигня берется? Так, уезжаем. Тесотанки навстречу поедут. Так, что ж мы тут можем интересного такого сделать, а?
Такой фигней вы занимаетесь, конечно. Так, надо им как-то найти их верх и разнести. Это вижу, они везде эти генераторы долбанных помех наставили. Везде просто. Ладно, у них вертолеты. Да я знаю, но они такие. Херовые, мягко говоря. Не знаю, что это, но надо это снести. Я вижу, уже немножко отстроились. А, это энергостанция. Ну, у них вертолет, а у меня тесла-танки. Не-не-не-не-не, тесла-танки жить. Понял. Довольно убедительный, так сказать, разговор был в споре со мной. Насчет того, что у них вертолеты. Понял свою ошибку, осознал, так сказать. Что за фигня тут плавает? А ну, кыш отсюда. Чёртовы генераторы помех, они больше всего напрягают, на самом деле. Если б не они, я бы уже давно видел, что у противника есть, и как это контри. Кстати, а где моя? Они у меня все тесты посносили, кстати, у меня обороны нет на базе, а я сижу тут, жопу чухаю в это время. А у меня оборонки нет. Ага. А вот и их верфи. Мерзотные. Так, у них два генератора помех. Ну, тут еще третий. А, тут же еще у них что-то есть. Точно, помню. Блин! Ух, это опасная хрень. Мочи. Вот это сейчас десант ко мне, конечно, ехал. Такой, качественный, я бы сказал. Так, это секция масса, нафига его уничтожать? Так, это все, что у них было из верхней? Так это немного. Получается. Это даже очень мало. Я приказываю вам долго жить. Спасибо за приказ, я постараюсь выполнить. Это проблематично немного. Блин, мне тут комбайн сносят. Где мои ПВОхи? Во, работай, работай под долбанным вертолетом. Хорошо. Чёртовы вертолеты. Так, что мы можем, интересно, такого сделать, да, чтобы поднасрать? О, дыма эти хрени, давай их снесем. Так, интересный вопрос, конечно, что я могу сделать, чтобы им поднасрать капитально? Надо заезжать базу, конечно, валить. И вертолеты, вообще все. Так, оборонку наконец-таки вернули себе. Замечательно. Ну, самолеты у них как были, так и остались. Но они деньги всирают на самолеты, это хорошо. Мне это только на руку. Надо ехать, наверное, сюда, в центр, разносить им вот этот вот центр небольшой. Давай попробуем. Так, мост не ломается? Он, наверное, не сломается. Что-то не подсказывает. Давай издалека это сделаем. У нас есть дальнобойная техника. Ладно. Если так хочется, можете делать сами. Сегодня кушал сушеные бананы из Вьетнама. А фирма, доставлявшая, называется Вьетконг. Смешно, кстати. Иронично, давай так скажем, да? Не, вряд ли они это сделают. Да дави. Так, а надо этих центров этих уничтожать или нет? Хороший вопрос. Я не знаю. Если их надо уничтожать, то я же давно должен был это сделать, но я, пожалуй, воздержусь от этого. От тотальной аннигиляции всего. А то вы знаете, как я славлюсь тем, что я люблю все уничтожать. Не стреляй. Блин. Я не знал, что он так далеко стреляет. Хреново. Так, работаем. Или капец, дот прожигает танк. Ё-моё. Логичный стрелялер, здравствуйте. Кстати, подожди, а разве здесь не было генератора помех? Вообще не будто бы был. Ну ладно, пофиг. Меня это, в принципе, не сильно-то интересует. Моя задача уничтожить всех. Надо сохраниться и попробовать снести вот эту лабораторию. Стоит ее сносить или захватывать все-таки? Давайте засейвимся. Назовем ее там как-нибудь. Ра-па-па-па-па. Отлично.
А, значит, можно было его уничтожать, отлично. Деньги и деньги, классно. Слушай, почаще бы так было. То есть лаборатории даже не просто можно, а нужно сносить. Да, больно не будет. Где-то моя Тесла? Надо сюда поставить, чтобы она тоже мешала, хотя бы чуть-чуть. Хоть чуть-чуть мешала. Блин, у них хронотанки и советские технологии. С ума сойдешь. Опасный противник на самом-то деле. Вот реально опасный. Когда у противника есть технологии двух сторон конфликта, это опасно. Это реально опасно. Так, поехали сюда. А чё грузовичка, кстати, тоже деньги, интересно. Аж залагало. Нет, там ничего не было. Опа, десант опять едет. А куда он едет? Он мимо проехал просто? Ну, я не то чтобы сильно против. Так, ну что, поехали в наглую. Что у нас тут осталось из обороны? А, я что-то уже был, у них тут ничего не было. Генератор помех вроде как мешает, и все. Типичная оркская тактика, да? И горжусь, так сказать. Не вижу в этом ничего плохого. Так, а это надо забирать или уничтожать? Лаборатория биологических исследований. Вот хрен его знает, что с ней делать. Ну, уничтожим. В профилактических целях, так сказать. Сначала это снесем. Может быть, там деньги? Нет, там ничего. Нам, по идее, надо все уничтожить уже, нам пофиг. Давай снесем это заодно и проверим, будет ли рестарт мисс или нет. Не, вроде нормально. Все, сносим мы тут все базы. Отомстим, так сказать, за все обиды. Ну и по большому счету миссия не такая уж и сложная. Она довольно долгая из-за шпиона в основном. А так несложная. Типа легко, делаешь хэви-танки по классике и все разваливаешь. Могу фотки в Дискорд закинуть. Давай. Свежежаренный совет. Их любимое блюдо, раз даже с деданиумом их жарят. Чего? Что-то пропустил? Какой-то локальный мем? Так, а сюда я проеду, интересно? Наверное, да? А может и нет. Надо проверить. Так. Хорошо, заезжаем. Я надеюсь, вы сюда заедете. Такой узкий, конечно, проход сделали здесь прям. Как бутылочное горлышко, типа, заезжай. Ты только заезжай. Все? Mission completed, как говорится. Вполне себе изичная миссия, но прикольная. Мне понравилось, как она сделана. Побольше бы именно таких прикольных миссий. Такие маленькие, знаете, где вас реально ограничивают способности какие-то, типа вот нет разведки и так далее. Это прикольно. И предыдущая миссия, кстати, была прикольная. Хотя там, на самом деле, она, скорее всего, из-за бага была пройдена, но тем не менее. Так, все, разваливайте их. Прям под трек No Mercy. Символично. Без жалости. Бля, они все еще налеты делают, с ума сойти. Откуда у них ресурсы делать налеты? У них же нет авиабазы, ничего. Но они как-то все равно это делают. Давай. Все. Вы так будет с каждым предателем. Чертовы трейтеры. Получай, Фрэнк Клипаки. Сейчас тебе сзади Джозеф Кукан подойдет, как обнимет за шею. Такой, хопа, хеллоу. Это ты на саундтрек Крадаль напишешь? Да, я что? Опять же, миссию проходили мы, наверное, минут 40, да? Ну, 30. Да, тут, мне кажется, минут на 10 можно быстрее пройти. Ну, как всегда, это я просто такой любитель лонгплеев, так называемых, да? Типа, любитель долго играть.